Пожалуйста. Первый раз на нашем театре? Нет, уже много раз. Несколько раз уже. Как вам? Со дня основания очень хорошо. Ну, впервые на в нашем городе построили в черте города большущий, огромный цивильный пляж. А вы говорят, на нем купаться нельзя, Роспотребнадзор. В понедельник уже новость такая вышла, что купаться на нем нельзя. По какой причине? А вода цветет, бактерии нашли. Ничего страшного. Там нет вывесок, что нельзя купаться. Мы нет, не видели. Нет, нет, вывесок нет. Мы не видели. А вы видели? Вообще вам здесь на этом пляже? Почему только не убирают пляж? Это пляж, да. Хотелось бы, чтобы все-таки за водой следили. В прошлый раз приезжала, было все, грязи столько очень много. Есть новость, что в понедельник Роспотребнадзор закрыл этот пляж на этом непригодном купальне, на какие-то бактерии в воде. Вы об этом не слышали? Нет, не слышала. И нигде вас вывесок нет, да, что нельзя купаться? Видели? Не видела, не знаю, не смотрела. Роспотребнадзор запретил пляж для купания, и он теперь в солярии используется. Вы знаете, я не заметила, но там запрещено вот то, что прыгать столько вон в табличке. Лучше купаться можно здесь? Можно. Просто есть новость, что Роспотребнадзор запретил купание в понедельник. Что он одинак, кстати. Я не знаю, мы вообще не местные, мы приехали, поэтому ничего не могу сказать. Запретов не стоит, поэтому я не в курсе. Может, он что и запретил. А вода вам как? Ну, она почему зеленая? Вот я не знаю, она зеленая. Что, запрещено здесь купаться? Нет. Где вы? Не смотрела, да, не видела нигде. Мы об этом первый раз слышим. Нас не информировали и не запрещали. Мы читали в интернете, просто что нашли там из скольки пляжей, вот на одном нашли какую-то бактерию. Не на этом, может быть? На этом, на новом пляже. С понедельника Роспотребнадзор запретил здесь купаться. Ну, мы здесь очень часто бываем. И не замечали, что дети купаются, соответственно, за ними не уследишь, чтобы они не... Бывает, что воду они могут хлебнуть или еще что-то, но никаких, ну, не было у нас, чтобы со здоровьем, каких-то проблем. Роспотребнадзор выявил бактерию, какие-то купания не запрещено. Это связано с коронавирусом? Нет. Честно говоря, не слышал. Сейчас очень много всяких новостей, и не успеваешь. Уже с этого понедельника нельзя купаться, да? Не знаю почему, но тут купаться можно. Мы тут купаемся где-то неделю уже, не знаю. Чувствуете себя нормально? Все нормально.